хочу с вами поделиться, как я варю холодец. Я кидаю лук, закидываю лук в холодец, в шелухе. Он придает холодцу очень красивый цвет. Видите, цвет получается такой янтарный. Вот он будет не белый, бледный, а красивым цветом. Потом уже, когда лук сварится, я его вытащу. Кидаю я лук после того, как сниму пенку и сделаю холодец на медленный огонь. Также кидаю морковку в холодец. Вот она, морковочка, почищенная, и варится. То готово. Уже начинает от костей мясо отставать. Вот уже морковку я вытащила, лук. Видите, лук не разварился, не распался там в холодце, он целиком. Морковочка то же самое. Еще минут 20 поварю. И все можно будет вытаскивать и разбирать его. Мясо сварилось. Я его вытащила из бульона. Сейчас разберу от костей. Вот даже косточки окрасились в желтый такой цвет. И бульончик тоже красивым цветом получился. Разливаю я холодец вот в такие формочки. Вот у меня их достаточно. Они идут с крышечками. И очень удобно. Можно и в гости пойти взять. И сразу порцию за один раз покушать, съесть. Мясо я от костей отделила. Бульон сейчас процежу. Вот сейчас порежу немножко помельче мясо само. Чесночок тоже натерла и вспомнила я тут один старый забытый мною метод. Сейчас я донышко у этих бутылок отрежу. Получились у меня вот такие формочки. Очень они красиво украшают стол. В них я тоже залью свой будущий холодец. Вот так я сделала морковочку. Так, чисто для красоты. Можно зелень добавить. Ну все, холодец наш готов. Пусть остывает. Формочки залиты. Вот такой, видите, красивый получился цветом бульончик. Вот так как-то выглядит. Хорошо, удобно таких контейнеров в холодильнике складывать. Перед подачей на стол холодец из формочки выкладываем на тарелку. Это вот формочки из бутылок, которые украшаем на свой вкус и подаем. Всем приятного аппетита и с наступающим Старым Новым Годом! Пока я холодец готовила, посмотрите-ка у нас какая погода красивая. Снег сыпет хлопьями, да большими. На улице наступила зима, так что к Старому Новому Году, может быть, нас зима порадует и будем кататься на санках. Посмотрите, просто не передать, какие крупные хлопья. Вот, может быть, вот на фоне забора. Ой, как красиво! Буквально за какое-то короткое время уже почти белая земля. Снежочек нам, конечно же, очень необходим, потому что уже начали вылазить некоторые весенние цветочки. Почуяли весну, якобы. И вот надо, чтобы их снегом припорошило, а то морозы будут. И все, они могут погибнуть. Вот, посмотрите, какие хлопья падают. Большие. Иду показать. Вот цветочки. Это вот маргаритки. Вот они уже бедненькие. Начали распускаться. Им рано еще. Но если их сейчас снегом прикроет, они выживут. У нас так в том году было. Они потом красиво, обильно цвели. Как подснежники в это же время.